Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем на миссию Сабле с Лалом. Да, погнали в зимний биом. Снова в зимний биом. И пойдем на Сабле с Лалом. Почему? Ну, во-первых, у меня реально вот захотелось желание пройти весь снежный биом. Дом там, где мамина сумка, я, пожалуй, не смогу пройти. Ну, потому что там реально там просто на два укуса от медведя, и типа он уже помирает. Надо просто реально много диносов, чтобы они бегали все вокруг и убивали. Зимняя рыбалка, ну, вы сами видели, там жопа полная. Там если вбаганулось вроде бы две, может даже и одна рыбина, то все, ты уже не поймаешь. Круче только горы, ну, вы сами понимаете, я там уже не пройду. Вот, потому что мои читерные пушки туда не пропускают. Прятки с оборотнем остается, с саблеслалом остается и ушедшие. Ну, это надо будет оленей найти. В общем, две миссии на зачистку и одна миссия на гонку. Так как у меня времени сейчас 11 часов вечера, ночи почти, я решил отдохнуть и погонять на саблезубах. Да, поэтому в ближайших сериях пойдем на ушедшие и прятки с оборотнем, и со снежными биомами закончим миссии все. Вот. Ну, соответственно, из тех, которые я могу закончить. Ну, а сейчас на гоночке. Тпхнулся, короче, я на свой телепорт. И что-то мне подсказывает, надо тпхаться на НЕ все-таки. Давайте попробуем тпхнуться на НЕ. И там посмотрим, как оттуда зайти. Ужасно. 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 Я правильно подумал. Да, тпхаемся на НЕ и вон наверху. Да уж. Соответственно, что? Правильно, альпинистские кирки, потому что я не хочу идти в круголя. Погнали. И... Опа. Ну и, как понимаете, забравшись на одну ступень, это не означает, что ты дойдешь до самого верха. Но здесь уже, кстати, полегче. Здесь уже просто, по идее, пробраться по вот этому пути и все. Вообще, когда я первый раз вот по этой местности прошелся, я понял, что да, бляха, моха, не, мне туда наверх надо будет так же забираться. Я понял, что да, здесь как должны быть какие-то гонки, без вариантов. Прям, они прям напрашиваются здесь гонки, поэтому да, точно я по этой местности когда-нибудь проедусь. Вот он момент настал. Тремень гастал, блин. Погнали выше. Да, я прекрасно понимаю, что на Бладсталкере можно легко забраться. Я хочу кирками. Значит, мне подсказывают, походу, на этом мои приключения и все, да? Что-то это. А дальше это. Блин. Да. А дальше что-то он не забирается. Ну окей, погнали. Да, я пока эту долбанную миссию проходил на этом, немножечко поднаучился как тусить, грацевать на нем, но, блин, это не означает, что я все еще хорошо грацевать умею на Бладсталкере. Тик, тик, тик. Сейчас главное напрямую вылезти. Отлично. Все. А теперь домой. Пиу. Ну, супер. Удерживаем и на гамму. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Кстати, интересно, если пройти альфа, сразу же гамма-бета пройдется? К примеру, можно будет попробовать следующее, это стартануть на альфе. И попробовать пройти альфа, интересно, бетка пройдется или нет.
А то, может, я зря это проходил все время. Не, ну ладно, некоторые миссии без вариантов. Ты типа проходишь, и у тебя вариантов нет. Типа, обучаешься, скажем так. Вот. А! Он что-то нифига неуправляемый был. Вау, супер. Я просто очкую прыгать. Я думаю, если я сейчас прыгну, я просто куда-нибудь улечу. Упаду. Не знаю, он приземлится на лапу, разобьется весь. Хотя вроде бы он не разбивается. Дурной. Господи. Твою мать. Прыгнул. Вы видели, как он прыгнул? Они вроде бы обычно так не прыгают. А тут просто полкарты хотел пробежать. Пролететь, точнее. Давай. Ну, что я могу сказать? Здесь, да, здесь такой прям немножечко изичнее, нежели остальные бега. Здесь просто бежишь по прямой, плюс здесь такая местность. Я уже здесь пробегал, я здесь добывал металл в свое время. Здесь такая местность, что здесь не так много диносов спавнится. Ну, это типа как бы бежишь по определенной местности уже, ну, то есть как бы более запланированной местности. Да, я понимаю, что... Да ты серьезно? Пошли вон нафиг. Я понимаю, что типа это... Это еще только половина гонки, но все равно. То есть ты бежишь уже по определенному пути, который... То есть это самые предсказуемые гонки, можно так сказать. Из всех. Поэтому ты можешь немножечко и подрасслабиться в этом плане. Я когда начинаю подрасслабляться, меня начинает клонить в сон. Но эта миссия реально, вот эти вот из всех гонок, это самая такая прям спокойная. Но при... Это было жестоко. Я чуть не вывалился. Окей. Предсказуемость немножечко заканчивается, но если бы я бы вывалился, я бы просто просрал бы миссию. Это плохо. О! Нифига где я? Что-то я не думал, что я прям сюда добегу. Ой, это все что ли? Едишки на радость. Прикольно. Прикольно. Что мы получаем? Арбалетик, мегатерий, какие-то ботиночки, диадон, да, диадон. Ну, то есть, всякая фигня. Давайте сахалым, что ли. Ну, а погнали альфа, да. Попробуем сейчас альфа пройти сразу. И глянем, бетка пройдется или нет. Если пройдется, это, конечно, будет очень прикол. Типа, на гонках можно вообще не париться, типа, сразу альфа проходить и все. Ну ладно, не все гонки можно пройти альфа. Некоторые я ненавижу, как Bloodstalker. Миссия с Росомахой в названии, да? Ой, до сих пор думаю, ну как так-то? Как так-то я читаю? Вообще понять не могу. Причем я уже просто на монтаже только читаю. Такой... А, даже не на монтаже, а на создании уже смонтировал, все, короче, название это. Типа, смотрю название миссии, то есть включаю ролик, смотрю название миссии и так, соответственно, называю ролик. Я просто читаю такой размаха. Такой, твою мать, серьезно! Росомаха весь выпуск называл. И тут, оказывается, миссия называется размаха. Ну, нет. Ой, думаю, ну что поделаешь, из видео слов не вырежешь. Ну, по крайней мере, зачем это делать? Что сказал, то сказал, лоханулся, так лоханулся. Чё, реально, поделаешь. Вот, поэтому да. Ну, это реально, эта миссия такая прям, вот помните, да, там всякие миссии, вот это же тоже на скатах, вот это там, ух, там вот эти полеты, то есть, здесь она такая более спокойная, более предсказуемая. Да, потом будет, вот сейчас начнется такая жопка четкая,
Но вот сейчас я сверну просто никуда. Первый раз лучше проходил. Сейчас тут начнется какая-то жопка маленькая, но тоже как бы, если сильно не тупить, то все будет нормас. Единственное, что время. Время прям очень сильно поджимает, и пока что я затупил только в одном месте, но у меня такое ощущение уже появляется, как будто я в целом не пройду эту миссию. Ну здорово, жирная жопа! Но вот теперь я точно уверен, что я не пройду эту миссию. Прям, ну столько в жирной заднице застрять, ну это прям вообще конкретно. Ну туплю, туплю. Я потому что когда начинаю так тупить, я просто не отпускаю ни shift, ни W, ничего не отпускаю. Я просто бегу дальше. Вместо того, чтобы отпустить, развернуться. А! Это не про меня. Ай, ужас. Так, здесь сейчас нужно быть аккуратнее. Я помню, какой здесь был поворот. Вроде бы здесь поворот был. Да, вот на поворотик. Где есть шанс вылететь? Ну, естественно. Да ёб твою, что серьезно? Он просто даже не пытался в бок отойти. А-а-а! Ну ладно, два затупка. Два затупка, все равно я хочу попробовать первую альфу пройти. Хотя, может, я пройду? А? 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 На последних двух секундах? Давай! Две секунды. Фух. Кайф, прошел. Две секунды. Отлично. Две секунды осталось. По идее, я не должен гамму пройти, потому что у меня этот... Ой, бету. Да. Потому что за них дают разное количество этого всего. А, ну да, гамма у меня там уже там. Вот, гамма альфа пройдена, это не пройдено. Бетка. Потому что за них дают разное количество шестигранников, и, соответственно, это же не так. То есть ты это можешь повторять и повторять. Вот, поэтому, да. Логично было, что я не пройду, но все равно хотел проверить. Гранатомет, конечно, это кусок говна. А, пистолет это... Ну, это прикольный пистолет, урон здесь не кислый. Это вроде бы такой же пистолет, как у меня. Давай хаваем все, что можно захавать. Ну и все, пожалуй. Шапка говна. Вот тебе, как говорится, альфа. Ну погнали гамму. На гамме уже точно будет легче. Там у меня уже, даже если так же будут убить, то уже будет все намного легче. Давай, саблезуба. Блин, какой он все-таки кайфовый. Не могу в характеристики зайти, но... Но вы сами видите, он кайфовый. Хотя, если там словить какой-то стоп-кадр маленький, то там можно увидеть характеристики. Ну давай, давай, газуй, все. Вроде с зажатым W лучше не начинать миссию. Он не хотел двигаться. Ну здорово, жирная! Морда. Как так? До этого ни разу так не тупил. А вот сейчас затупил. И это я сейчас прыгнул, просто парил над землей. Просто летел, короче. Ну, прикольно. Не, конечно, конечно. Играть на сервере, это прикольнее. Играть в Genesis на сервере намного прикольнее. Че, ну, блин, кому? Ну, я имею в виду, там, с друзьями и так далее. Ты, типа, вместе миссии проходите, там, вместе вот эти гоночки, там, первая, вторая позиция, друг друга обгоняете. Кому-то Динас подрезал дорогу, кому-то нет, и... Плелся там в самом конце, и тут бах, коп кто-то застревает, ты его обгоняешь просто тупо на то, что повезло, короче, прям. Вот. Это, конечно, да, это совсем другой экспириенс, нежели на локалке. Но на локалке, как локалка, эта карта говно. Ну реально, говно. То есть предыдущие карты, вот все карты, которые я предыдущие играл, да, они все, даже Скёрдж, они все были со своей изюминкой, и было интересно играть. Здесь же, ну, блин, это просто как растягивать как контент. А, было, была такая раньше консоль NES Entertainment System, ну, NES-ка. Первая консоль от Nintendo. Так вот. Ну, или не первая, но первая такая. Ну, дендя, короче, по-русски. Так вот, там были игры примерно такого жанра.
Проходишь ты 6, как говорится, уровней. Жопу раздираешь, там все дела, вот это вот, а все, я, короче, кое-как побеждаю. Такой говорит: а не, братан, это монстр, о, это главарь-то, короче, был, это просто иллюзия. Давай-ка ты проходи по новой еще 6 уровней. И ты такой: ёб вашу ж мать. Ты такой, как, да ёб, я каждый раз потыкаюсь. Да пошел ты в жопу. Я каждый раз об этот долбанный, этот, спотыкаюсь в одном и том же месте. И ты такой: ну, ёб твою ж мать. И проходишь по новой 6 уровней. То есть это растягивание времени игры. Вот здесь, на Генезисе, я ощущаю примерно то же самое. Игра растягивает времяпрепровождение в ней. И это плохо. Не, может быть, это и хорошо. Прикольно, легендарный горный бур. Прикольно, прикольно, прикольно. Чинить, конечно, я тебя задолбаюсь, это факт. Вот, это, конечно, прикольно, но, блин. Но, блин. Блин, одним словом. Этим, как говорится, все сказано. То есть, вроде бы хорошо, но и не очень-то. Растягивание контента, это всегда приводит к однообразию. И на Генезисе однообразия очень и очень много. Даже на Extinction зачищать ноды до дропа было куда веселее, чем проходить миссии на Генезисе. Такие вот дела. Даже искать какие-то нужные ресурсы, точнее, седла на Рексов на Айсленде было интереснее, чем проходить эти миссии. Потому что ты добывал какой-то ресурс, и ты такой: о, клёво, кавалерийское копье залутал. Значит, у меня 1010 слитков металла будет, так как я его в гриндер запихну. Вот, и ты такой: блин, кайф. А здесь ты получаешь кучу всего, но извините, у меня сейф забился битком, а я туда и складываю всякое говно. Ну как, не говно, но извините, для меня это говно. Вот, поэтому да, конечно, миссии это однообразные, как для людей, для серверов, это прикольно. То есть вот, допустим, гонки. Тебе не нужно ничего придумывать, ты запускаешь миссии и погнали друг друга соревноваться в гоночках. А для локалки это скучно. Такие вот дела. Ну, миссии когда-нибудь закончатся. Нам еще предстоит лунный биом. Я вообще очкую лунного биома. Я прям не хочу лунный биом. Не хочу лунный биом. Но и нужно будет его тоже проходить. Посмотрим, что там будет. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.